Веселый праздник для своих радиослушателей организовали ведущие программы «Почемучка» радио «Алау». Несмотря на то, что радиостанция время от времени меняет формат вещания, эта детская программа остается незаменимой. Вот уже 5 лет радиостанция «Алау», программа «Почемучка» представляет в Международный день защиты детей развлекательную программу «Зажигайка». Это стало хорошей традицией, хотя бы потому, что, конечно же, всех наших дорогих, замечательных ведущих можно в этот день увидеть в парке, пообщаться с ними, спросить о чем-то, потому что это обыкновенные дети. Сначала мы смотрели «Зажигайку», а теперь ее сами ведем. Мы хотим, чтобы все улыбались, смотрев на нас. На нашу программу. Почемучки приготовили для своих маленьких друзей массу сюрпризов, конкурсов и подарков. И, конечно же, праздник посетили любимые мультяшные герои – Фиксики, Маша и Медведь. Поддержали идею такого праздника в компании «Азимут Кустанай» с торговой маркой «Гринвей». Наш ассортимент товаров для туризма, для пикников, шашлыков. То есть это все для семьи. А семья – это в первую очередь дети. Это наше будущее. Поэтому мы решили спонсировать. Кстати, ведущие программы «Почемучка» заверили, «Зажигайка» будет и на следующий год. А значит, добро пожаловать на праздник. Александр Стаканов и Ярослава Богатырева, РТН.